Евгений Фридлинг, наш сегодняшний гость, тоже стал отцом в четвертый раз. Прошу. Спасибо. Евгений, я читаю все эти таблоиды про детишек и удивляюсь, что на самом деле редкий случай с Фридлингом, когда не из газет можно узнать, а непосредственно от самого отца, потому что в Фейсбуке просто вот во всех подробностях было и про беременность, и про ребенка. Откуда такая открытость на уровне... То есть на грани с эксгибиционизмом. Вот. Серьезно? Ну, так, прям так, вот, так, да, все-все-все подробности. То есть я так понимаю, что за счет этого и массовое количество подписчиков. Не знаю, что... может быть, я ошибаюсь, может быть, выдаю желаемое за действительное, но мне кажется, что вот та аудитория, которая у меня собралась и в качестве друзей, и в качестве подписчиков, огромная, уже больше 10 тысяч, у меня такое ощущение, что это близкие, родные люди. Они сопереживают со мной, хотя, конечно, бывает, что и делают замечания, и как-то направляют на какие-то свои вещи, но мне кажется, что это вот это люди, с которыми я проживаю вот сегодня свою жизнь. И мне, на самом деле, для меня все это, знаете, было не то, что не ново было, а для меня это какие-то вот в этом возрасте ощущения особенные, вот то, что происходило с беременностью и с родами. И я такой счастливый, наверное, что ли, что мне хотелось поделиться просто этой радостью. И по тому, что я получаю от аудитории, я понял, что на самом деле я прав, потому что люди действительно искренне радовались и искренне переживали всему. Очень искренне всегда считается, что ведут себя, давайте, животные, в отличие от нас, людей, вот они то, что имеют в виду, то они вот, ими учат. Вы знаете, Евгений, у меня есть много друзей-кошатников, да. И я на самом деле не очень люблю кошек, всегда и стараюсь, знаете, да, прихожу в гости, стараюсь, чтобы там на стол они не залазили, но кошки меня любят, они все время ко мне идут, все время ко мне садятся на коленки, поэтому... Только кошки, а собаки? Собаки тоже, кстати, собаки, причем даже страшные какие-то собаки, там, самые ужасные, не знаю, терьеры или там что-то вот такие породы, которые бойцовые, они прям меня любят страшно. А можно мы после эфира сфотографируемся с Василисой? И в знаменитом Фейсбуке Фридлинга кошечку пропиарим. Сегодня, кстати, у девушки, получается, теперь моей племянницы, у племянницы моей жены, которая тоже зовут Василиса, сегодня день рождения. Так что с днем рождения. Такая вставочка. Насчет вот рождения. Ну, во-первых, я хотел бы узнать, с другими отцами у вас нет такого клуба шоу-бизнеса свежеиспеченных отцов? Не обсуждаете со всеми остальными героями светской хроники? Ну, нет, так получается, что в последнее время как-то у меня не очень много среди друзей тех, кто обзавелись детьми, родили кого-то. Но вот, скажем, с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх», с которым мы, на самом деле, никогда не были ни близкими друзьями, ни то, что общались, но какой-то, у нас есть какой-то вот, не знаю, какой-то... У него же тоже четвертый, да? Да, у него тоже четвертый ребенок. У него сын, да. Да, единственное, что мы сейчас с Валерой Меладзе, у которого пятый, потому что я недавно переписывался с Валерой, пишу: «Валера, там, привет, у меня сейчас скоро будет четвертый ребенок, он говорит, я тебя догоню». Он говорит: «Ребенок, сыночек, еще у меня будет пятый». Вот поэтому Валера нас всех обогнал. И вот мы с Сергеем Жуковым так общаемся, но нет, до какого-то клуба нет, хотя, наверное, было бы интересно поделиться и опытом, и воспитанием, и какими-то своими переживаниями, эмоциями. Но я переживаю это пока один. Я-то просто очень в курсе, поскольку ежедневно слежу за Фейсбуком, но среди миллионов наших телезрителей есть те, которые даже не знают, что такое Фейсбук, да. Не то, что не является подписчиками. И даже рискну предложить, некоторые могут даже не знать, что такое Фридлинг. Да, запросто. Поэтому поподробнее, во-первых, про жену. Ведь все же думают, как, если продюсер, шоу-бизнес, новая жена должна быть модель лет 18-20, никак не больше. Ну что, Ута, что? Ну, Поподробнее, пожалуйста. На самом деле, я сегодня хотел написать про свою жену небольшой пост. Но потом думал, не буду, потому что я такой человек, иногда на меня многие обижаются, что я подумываю иногда о последствиях каких-то своих выражений или слов, или своих мыслей. Поэтому я вроде как воздержался, подумал, что я еще подумаю о том, что я хотел бы написать о ней. На самом деле, у меня...
жены не были никогда моделями, но все жены были красивые, все жены были умные, с образованием или даже с двумя высшими образованиями. И на самом деле, вот последняя, и надеюсь, уже окончательно последняя жена, которая у меня сейчас, она совсем не похожа на остальных. Вот я думал, что в ней такое? И вы знаете, ну, конечно, она прекрасный человек, она очень симпатичная женщина, но она совершенно отличается от моих, как бы, вкусов. Но то состояние, в котором я сейчас нахожусь, состояние комфорта, состояние вот ощущения, что со мной действительно близкий человек, который соратник, друг. Вот сейчас я вот прямо чувствую, что вот это мое, что вот это тот человек, с которым вот я готов состариться и встретить, там, не знаю, и умереть в один день. Вот. Она на самом деле пришла совсем юной девушкой работать в нашу компанию с Игорем Крутым, который назывался Ars Records. Это был 98 или 99 год. И вот с тех пор она все время где-то рядом. И последние, вот, наверное, лет 10 она работает в моей компании, которая уже моя, вот, собственно, продюсерский центр. И я всегда на нее посматривал. И даже она приходила самая первая на работу, уходила самая последняя. И я всегда говорил: да, ребята, вы посмотрите, какая девушка. Ну, может быть, подружите. Там, ну, как-то вот так все время пытался как-то устроить ее личную жизнь. И когда так получилось, что я со второй женой развелся, я начал косить, поглядывать на Галину. Это третья жена? Это третья жена, да. И четвертый ребенок. Четвертый ребенок, да. В Фейсбуке я знаю, что ее все время Фридлен зовет Галчонком. Галчонок, да. Можно предположить, что она Галина. Да, Галина, да. Да. А как назвали дочь? Ну, мы, в принципе, очень долго, конечно, выбирали имя. На самом деле, осенило меня, почти, наверное, в какие-то последние дни прямо перед родами. Вот. Мне почему-то показалось, что очень красивое имя Даниэлла. И мы до сих пор, правда, вот до сих пор мы не получили свидетельство, до сих пор мы не зарегистрировали ребенка, поэтому мы не знаем, поставить букву Е или букву Э, две буквы Л или одну букву Л. А есть разные варианты? Ну, да, есть четыре варианта поставить: Даниэлла. Все официальные, да? Все официальные, да, все официальные. Ага. Но что мне особенно нравится в имени, что, оказывается, это старое еврейское имя, древнее еврейское имя, так. И переводится с иврита как «Бог мой судья». Бог нам всем судья, да. Это правда. А как старшие, три ребенка, да. Как они вот отнеслись к тому, что у них появилась сестра? Ну, старшая дочь, которой 28 лет скоро будет уже, она пока еще не видела и не знакома со своей младшей сестрой. Только вы называете имена, Евгения. Катя, есть, Катя, да, старшая дочь Екатерина, Евгения, да, Екатерина, да. Евгеньевна, она еще не видела. А вот Дэвид Евгеньевич... Ага. И Далида Евгеньевна уже приходили, встречались, уже дарили букеты Гале, уже приносили подарки для дочки. Они, ну, мне показалось, что им очень понравилось. Ну, потому что вы даже не представляете, какой у меня замечательный ребенок родился. Это просто кукла, золотой ребенок. Когда я сейчас вот уходил, мы с женой остались сейчас без бабушки, которая нас покинула на 2 дня. Вот, и я уходил, и я зашел в детскую, и смотрю, ну, так спит сладко. Я думаю, господи, ну, неужели вот вообще бывают дети лучше, чем мой ребенок? Ну вот каково вообще, в принципе, вот быть отцом, хотя фактически, да, это ведь возраст, ну... Претензионный. Да, ну такой, для дедушки, то есть уже ведь, да, в принципе... А, кстати... Нет, старшая дочь еще не... Да? Да. Я все хочу стать дедушкой, но как-то... Ну вот они смущают, что будет очень большая... разница. Я смотрю, как она, допустим, на того же там, Табакова, Олег Павлович, с его там, младшей дочкой, что вот очень будет большая разница в возрасте. Это не отношения отца и дочери будут, вот потому разрыв вот в этих кодах, в пониманиях о том, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать. Я вам скажу, что мне, вот на мой взгляд, как мне кажется, у меня гораздо больше противоречий и проблем со старшей дочерью, которая всю жизнь говорила: папа, я такая счастливая. Куда бы я ни пришла, в детский сад или в школу, у меня самые молодые родители. То есть она испытывала удовольствие от этого. И вот именно с ней у меня самые большие проблемы. А сколько вам было, когда вы... Она родилась, мне было 19 лет. 19, очень рано, да. Ну, в наше время так... Ну, да, так было, да. В те времена рано становились. Хотя я очень горжусь ей. Она замечательный человек, красивая девушка. И делает карьеру, как может, сама. И это очень приятно. Она не в шоу-бизнесе, она в журналистике. Она закончила МГУ, журфак. А это тоже шоу-бизнес. Да, шоу-бизнес. Значит, шоу-бизнес. Вот. И поэтому мне кажется, что наоборот. И я много очень встречал семей, где вот большая разница между возрастом, между родителями и их детьми. И вот все-таки мне кажется, что чем
больше разница, тем, видимо, родитель что-то становится мудрее. Или, может быть, ребенок больше любит своего родителя, который видит, что он уже такой пожил, там, может быть, наверное. Вот буквально недавно встречался с друзьями, у них тоже родилась дочь, когда ему было 47 лет, точно столько же, сколько и мне. И они сказали, что у них очень близкие отношения со своими детьми. Вот со своей дочерью очень близкие отношения. У них нет вообще никаких секретов, они могут разговаривать о сексе, о любви, о чем угодно. Вот если просматривать Facebook, кстати, насчет Facebook сразу надо пояснить, что есть несколько ложных аккаунтов. То есть тот, который находится поиском, прежде всего написанный там Евгений Фридлин продюсер, это фальшивка, не имеющая никакого отношения. А вот в вашем Фейсбуке можно опять же узнать, что было на завтрак, на обед и на ужин, с кем. А почему-то вот детей я там не видел. Фигурирует, да? Просто, да, фигурирует. Просто, кроме малышки. Малышка просто с момента зачатия. Фигурирует, и вот буквально на прошлой неделе, когда дети приезжали ко мне. Они живут отдельно, конечно, это понятно. Они живут со своими мамами. Вот, но они часто, у меня очень много фотографий с детьми. Как раз это, я им очень много внимания уделяю. Я вообще своими детьми горжусь. Они у меня очень красивые, очень умные. Оба отличники. Я вчера с сыном по дороге я ехал на работу, мы час разговаривали по телефону. Обо всем, начиная от его сестры, заканчивая последними моделями телефонов Samsung. Вот, поэтому у меня детей хватает. Конечно, хотелось бы больше, хотелось бы каждый день встречаться, но тем не менее, просто, у меня очень, видимо, много публикаций, вы не успеваете следить за всеми. Ну, это или просто прощение миноты. Это невозможно, по-моему, следить за всеми, потому что это. Я ведь первый раз, когда мы в этой студии встречались, один из вопросов был: сам ли Фридленд пишет все эти посты? Во-первых, потому что они очень хорошо исполнены, то есть профессионально. Да, мы же говорили на эту тему, мне кажется. Мне кажется, что это не каждый журналист может так грамотно излагать тезисы. А и, кстати, по содержанию этих тезисов я заметил, что за последние. Время, прошедшее с момента предыдущей нашей встречи здесь, в этой студии, пришлось расстаться с очень многими коллегами по шоу-бизнесу. Просто вдрызг разругались. И не только и эти баталии просто сетевые, они все были на виду. Нет разочарования, что, может, не стоило это Facebook заводить, потому что теряешь друзей. Нет, Facebook здесь ни при чем. Не соглашусь с тезисом, что Facebook ни при чем, потому что я именно в Фейсбуке узнал о несовпадении своих, допустим, личных позиций с людьми, с которыми я был знаком с 80-х каких-то, когда мы были все едины. Раньше-то казалось, что мы все мыслим одинаково. И именно в Фейсбуке я узнал, что отнюдь дело обстоит не так. И там с очень многими просто тоже расстался. И расстался в том числе и в офлайне, то есть я перестал общаться. Так что, не знаю, может, мне кажется, вред от этого вашего Фейсбука. И от вашего тоже. Может быть, конечно, отчасти ты и прав, но вот все-таки обострились, мне просто кажется, что вот эти все отношения и слишком тема такая, все-таки Украина. Я думаю, что если была бы тема Бразилии или Австралии, или голодных в Африке, это бы так людей не волновало. И даже, наверное, может быть, где-то каких-то небольших проблем даже внутри нашей страны. Здесь раскололи то, что называется русский мир, православный мир, раскололся пополам, и семьи пополам, и страны пополам, которые очень близкие. Я, например, очень переживал. Я начал переживать, потому что мои родители выходцы из Украины. Моя мама из Николаева, папа из Харькова. Всю жизнь там прожили, и дедушки, и бабушки, и много там предков похоронено. И я все свое детство там проводил на Украине. Для меня это очень болезненная тема. Я в Николаеве, в Одессе. Я все лето, меня на все лето отправляли. И я, на море? Да, на море, и на Южном Буге. И потом, когда я уже стал взрослым и начал бизнес, и мы с Кимом Бридбургом, с группой «Диалог», потому что группа «Диалог» вся из города Николаева, они там все родились. Мы туда уехали, у меня там был и дом, и квартира, и с Валерой Меладзе. То есть у меня все, многое в жизни связано именно с Украиной. Меня как раз иногда удивляет градус дискуссии, когда люди, которые друг друга знают хорошо и понимают, кто чего стоит, и в профессиональном отношении, в человеческом, переходит всякие границы. Да. И с Андреем Макаревичем, который как только появился в Фейсбуке, мы с ним сразу начали переписываться, и я ему подсказывал, как пользоваться, он какие-то вещи не знал, как что-то постить, как комментировать, как ставить лайки, я ему это все рассказывал, мы с ним общались, я знаком с его сестрой, когда он меня сейчас заблокировал, не смог читать, Андрей меня заблокировал именно за мои высказывания по поводу Украины.
Хотя я за него заступался как мог, говорил, что да, Макаревич не прав, но он имеет право ошибаться. В принципе, вот я Андрею прощаю вот эти все, и даже и понимаю прекрасно, что и народ он обидел, и, но понимаю, что для него это очень большие переживания. Но сложная тема. Сложная тема, очень сложная тема. Очень сложная тема. Судить, конечно, тяжело. Особенно учитывая, что мы находимся в среде, которая в значительной степени, ну, и люди шоу-бизнеса, сцены, и там люди, которые в медиаиндустрии, мы ведь в известной степени ответственны за формирование общественного мнения. И когда общественное мнение среды не совпадает таки с общественным мнением как таковым, который снизу сложилось, то получается вот... Не очень. Я, знаете, хорошо. Вот, знаете, о другом даже. Вот даже понятно, что у каждого своя правда. И у украинцев, которые хотят в другой жизни, их, может быть, хотят в Европу, и у русских, и все имеют право и заблуждаться. Курткой. Просто странно, при этом все мы, да, вот все вот люди, которые там прозвучали и даже не были названы, допустим, все мы любим Битлз, да, вот да. Ни одного человека не найдешь, наверное, или, не знаю, может, не ходил. Хотя есть, на самом деле, есть, такие, конечно, которые, да. Но мне кажется, так вот говорится просто для того, чтобы вызвать реакцию, как мы слышали здесь, да. А я вот не понимаю, вот все начинают, да, говорить про Битлз. Вот как можно, в прошлый раз мы говорили там и про Бироу, как вот можно любить Битлз, а в результате потом вот заниматься такой вот галимой попсой, которой вы занимаетесь, я вот не понимаю. Ну, может быть, как-то менее критично к себе относишься, когда занимаешься этим, да, кажется, что ты занимаешься просто какой-то высокой модой или высокой музыкой, или очень серьезными вещами, но понятно, что я, скажем, не в классической музыке, я сам не музыкант. И для меня, я пришел к этому через шоу, скажем, да. То есть я устраивал и фестивали, и конкурсы еще в институте медицинском, когда учился. Поэтому для меня было интересно само шоу. Я начинал заниматься даже конкурсами «Королева красоты». Мы вручали мисс Кузбасс, это самый первый конкурс, который проводил я. Вот. Для меня, я пришел к этому таким образом. Но я считаю, что, и мне так кажется, что всей музыкой, которой я в своей жизни занимался, и с теми исполнителями, с которыми мне довелось, это замечательные исполнители, начиная от группы «Браво» и Валера Меладзе, и премьер-министр, это исполнители, которые все-таки какую-то планку задавали попсе. Какую-то планку. И когда я помню прекрасно, когда мы делали проект «Народный артист», к нам приходили исполнители, они пели в основном премьер-министр, там, о студии, то есть тех людей, которые, ну, на мой взгляд, делают действительно качественную популярную музыку. Поэтому попса попсе немножко розник все-таки. Хотя проходит время, вот скажу честно. Да. Понятно, что я не являюсь поклонником там, ни таким, ни группы «Руки вверх», там, ни группы «На-на», но проходит время, и находятся песни, и вот «Ласковый май», кстати, тоже, мы все смеялись, а находятся песни, которые мы делаем сегодня ремейки, перепеваем за них, и эти песни обретают совершенно другой смысл. Но это все равно все те же три аккорда. Ну, это не важно. Это, ну, как это не важно? Я думаю, что в песне должна быть эмоция, должно быть какой-то посыл, состояние. Мы же не говорим сейчас о том, что мы воспитываем это музыканта. Мы говорим, скажем, о том, что просто людям доставляет удовольствие, радость. А я очень многими разговариваю, допустим, это вот в известной степени относится, в большей степени к исполнительницам, которых называют там «поющие трусы». Да. Вот, девичьи группы, девушки поющие. И все они милые достаточно, и как бы и петь там худо-бедно умеют. Но я все равно понимаю, что без денег, без вложений, без инвестиций все равно бы их не было. Согласен с этим. Сегодня особенно это коммерциализировалось все очень. Вот с каких пор эта тенденция такого, вот, что вот невозможно пробиться без инвестиций? Это без... Из года в год, особенно это в 2000-е годы расцвело, потому что я помню прекрасно еще 90-е годы, само на заре, и мы тогда, когда Валера Сюткин пришел в группу «Браво», мы как-то все это начало продвигать. Я помню прекрасно, что я приходил к Ване Демидову, приходил к Игорю Крутому. Это не стоило никаких денег. И там звонил Васе Косолапову на радио «Маяк» и как-то пропихивал там интервью. Не стоило никаких денег, потому что крыша была вообще? Нет, крыши не было, правда, правда. Потом это потихоньку... Потом начали брать деньги, но гасить как бы расходы. И мы принимали прекрасно, что есть расходы по декорациям, свет, звук. Сегодня это все умножено просто на 10. Сегодня цифры, которые объявляют за промоушен, они вообще неадекватные. Они гасят сразу тебе все годовые расходы всех телекомпаний и всех передач музыкальных вместе взятых. Поэтому особенно важно, что мы кошечек пристраиваем бесплатно, вот таких, да? Роскошных, да, очень как Василиса. Возьмите девушку, я надеюсь, что все у нее сложится в жизни. Она шикарная абсолютно. Вот. А то, что сложится в жизни у Фридлендов, я не сомневаюсь, потому что такой позитив
И да? такой оптимизм, который, да, который... Мы закончили, что ли? Нет, нет, мы продолжаем. У нас просто код, у нас новая традиция появилась, да, в передаче. Мы играем в правду. Так. Это такой проект. Здесь фишечки, 4 так. разных цветов. Гость выбирает фишку, и потом такого же цвета выбирает вопросы. Вопросы распределены по группам. Так. Здесь вопросы на подумать, откровенные, неудобные. Если белая карточка, то я сам придумываю так, вопросы. Хорошо. Вот, а у нас будет три таких... Три вопроса. Для начала вытянуть фишку. Мои толстые пальчики, блин, не залазят в этот мешочек. Так. Голубая. Голубой сам, кстати, мой любимый цвет. Вот не все так говорят. Не все так говорят. С детства я выбирал розовые какие-то баночки, розовые, ой, это в смысле голубые баночки какие-то, которые там привозили из Индии, какие-то красивые, там какие-то стеклышки. Все у меня... А я недавно с коллегой... Джинсы, рубашки. С продюсером. У меня все голубое даже. С продюсером говорил, известным Пудовкиным. Да. Вот, он так расстроился, он говорит, я не хочу, чтобы была голубая карточка, просто... Все вы разные очень, да. Голубую? Да, любую голубую. Вот смотрит на меня. Так. Нет, а красный в результате. Так, да. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Вы знаете, я только вчера написал пост. Так. У меня было два долга, которые я вчера последний перечислил в Израиль и больше никому ничего не должен. Ну, кроме, конечно, своих родителей, папы, мамы. И главное, как мне нравится, грамотно был снова пропиарен Facebook. Да, снова да. пропост. Второй. Всего три будет. Так. Так, красная. Ну, любую красную, стало быть, да. Занимались ли вы сексом вне дома? И второй вопрос, где? Где? Да. Да, везде. Как это везде? Ну, я публично не занимался сексом никогда. А? Но публично сексом никогда не занимался, но занимался во многих местах. Ну, какой такой экзотический? Например? Ну, самолет. Все говорят самолет. Я не представляю, как это вот можно. Очень неудобно. Очень неудобно. А, ну, а вот это вот адреналин, да, это вот. Это молодость, вот. Да. Безбашенность. То есть это в молодые годы. Это я сам на заре бизнеса. И мы тогда, когда вот. Вот можно было ходить по самолетам, там что-то курить, помню, и мы сидели со стюардессами, выпивали, и я влюбился в одну стюардессу. А, так это еще и со стюардессой было? Да. Это просто такая эротическая фантазия очень многих. Вот это была реальность. Вот про что пост надо написать в Фейсбуке. И третья, финальная. Финальная? Ну, такая вот. Снова красная, да. Ну, пусть будет это. С кем из бывших вам хотелось бы однажды сойтись заново? С кем из бывших? Да. Знаете, это имеется в виду, ну, женщин. Я не знаю, что имеется в виду. Это здесь каждый понимает меру своей испорченности. Нет, сойтись, наверное, нет. Наверное, все-таки должно все идти вперед. И друзья, если они терялись, это тоже, наверное, так и должно было быть. А чтобы, скажем, были более все-таки, не знаю, там, теплые отношения, что ли, дружеские с моими бывшими женами, потому что они мама моих детей, я, конечно, бы очень хотел. Что ж, я в конце передачи пропиарю свою собственную книжку. Мы не только в Facebook Фридленда пиарим сегодня. Называется «24 кадра правды про кино». Я с удовольствием почитаю. Да, будет я знаю, что читается очень легко. Будет про продюсеров, кстати, книжка. И у нас уже две беседы, поэтому кое-что хорошо. Туда будет включено. Спасибо. Я поздравляю спасибо. С рождением спасибо. Четвертого ребенка. Да. И желаю, Даниэлы. Чтобы... Да, Даниэлы. Даниэла Евгеньевна Фридленд. Да. Вот. Так будет назван, наверное, когда-нибудь один из альбомов. Может быть. Каких-нибудь подопечных. Да. И напоминаю, что мы пропиарим Василису. Спасибо.